Thank you very much. That's called up here, Lucy. You're welcome. Pleasure. You make us happy with this offer. You too. Попали в заведение под названием Kebab House. Посмотрим, чем тут кормят. Чакса, она нам дает это за 20 евро, поскольку мы переходим с другой сети к ним. Они дают нам эту за 30, но будет стоить нам всегда по 20. Привет всем. Мы едем сегодня в головы опять. Надо выгнать вот этот кусок мяса. Володя также к нам присоединится. Он должен был прийти полчаса назад, но как чайка за море срать. Короче, вместо кофе сегодня в машине Димон наставил пивас. Ты как бы это не очень тут будет смотреться. Не плевать, что они будут тебе говорить. Не плевать, что они будут тебе говорить. Я приехал сюда, спускаю бабло и не собираюсь валить. Не плевать, что они будут тебе говорить. Не плевать, что они будут тебе говорить. Пусть дальше пишут свое говнецо. Колецо. Ты будешь стоять или с нами едешь? Какого цвета у тебя рубашка? Какого цвета рубашка? Ну, какого сейчас, блядь? Я тебе говорил белого дальше, блядь, не уехал. Поменьше мата в кадре. Короче, мы едем в головы, да? Обшикался так вкусно. Туалетная вода? Я, брат, охуел. Ой, блядь, плохо. Вы тут взяли пивка, блядь? Я не пью, я за рулем. Зачем Валу? Зачем тебе Валу? Типа, хочешь алкоголь взять? Добавки. А без алкоголя не можешь, да? Не, ну хорошо, ну ладно, я не буду, хорошо, я честный. Честный, так и я не пью тоже, давай вдвоем не пить. Магазины в Ирландии работают, все такие тупой график, смотрите. В четверг и в пятницу до 10. Почему в четверг, пятницу до 10? Ну, вот именно. Почему не в субботу? В пятницу, субботу, да, до 10, например. Но такие. Короче, приехали мы в головы стоит. Сегодня суббота, 2 часа дня, поэтому такая вот движуха никакая. Никуда не движемся. Сразу едем, короче, хавать. Володя нам покажет прикольное место, где готовят арабы. А потом поедем... Куда мы собираемся потом? Похавать. Что-то мы обсуждаем. Поедем и на пляж тоже. Не знаю места. Смотрите, как надо парковаться. Прямо на два места, блядь. Придурок какой-то. Вот таким надо спускать колеса, блин. Бить окна и прокалывать шины. Что ты, Дима? Как оно, Димон? Нормально. Все пучком. Я живу как хочу, а ты нет. Рука-лицо. Рука-лицо. Твоя сука кидает мне фото в директ. Рука-лицо. Рука-лицо. Я спускаю бабло, а ты нет. Рука-лицо. Рука-лицо. Твоя шкура вообще не получит ответ. Рука-лицо. Рука-лицо. Мне ни капли не стыдно за весь этот бред. Рука-лицо. Рука-лицо. Turkish Kebab House. Короче, пойдем в кебабную. То, что мы и хотели, Димон. Димон уже все, кусок мяса. Скоро его можно будет в багажнике везти. Володя еще трезвый. Я еще сегодня не пил, поэтому мне как-то с ними пока не весело. Попали в заведение под названием Kebab House. Посмотрим, чем тут кормят. Кстати, здесь кебабы, слышишь? Хорошего, блядь, здесь кебабы, кстати, в 100 раз круче, чем в этих абракебабра, знаешь, ну, которые вот эти кебабные. Но. Привет. День добрый. Сделали заказ, посмотрим, как долго занимает это время все. Ну что ж, еду принесли. Заняло это 7 минут. Ну круто. Давайте, хлопцы, приятного аппетита. Приятного. Картошка. Давай. Картошка шикарная. Ну что, пацаны, наелись? Да, почти, да, блядь. Я насытился. Хорошо, что взяли, говорю, врап, а не кебаб. Это было бы вообще пережор. Ну, довольно-таки неплохо. Не сказать, что супер. Ну, да. Много чего у них, кстати, в меню есть, можно попробовать с разных блюд. Ну, нормально. Как раз поели так, чтобы можно было еще свободно налегке гулять. Угадай, что за парень сделал весь этот трек. Рука-лицо. Рука-лицо. Он больше тут базарит, чем будет что-то показывать. Я его видел в Дублине, этого, по-моему, такой же самый. Ну, типа, шоу, базар, базар, базар. Потом пару фокусов и все.
И потом будет ходить, типа, ну-ка, давайте бабки смотрели, давайте. Ну да, бабки. Да, 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 да. А это-то я знаю. Это-то знаю, бля. Идемте, да. Ночью я в черных очках, потому что мы встретим рассвет. Ложись не в постель, когда ты едешь в офис на сложных планет. С разбега ныряю в бассейн и запечатляю момент. Ты завистью смотришь на фото и пишешь нелепый коммент. Вот, смотри. 20 евросов, безлимитный аксесс. Безлимитное, ты, короче, вот это все, да? Это безлимитный, интернет твой жрать не будет. YouTube, Facebook, Instagram, Viber, WhatsApp. Потом звонки безлимитные и 15 гигов тебе. А если ты идешь в другую страну, тебе 4,2 гига, ну, можешь пользоваться, типа, включено. Ну, офигенно, да? Короче, акция, она нам дает это за 20 евро, поскольку мы переходим с другой сети к ним, они дают нам эту за 30, но будет стоить нам всегда по 20. Безлимитка всего. Володя переходит с Водофона, Димон стройки, я стройки. Короче, переманили они нас. Но ты всегда можешь перейти в любое время, куда хочешь, занимаясь просто очень быстро. Да? Да? И это будет лучше в нашем городе тянуть, кстати. Да, да, 4G. Да. Okay, so I'll do you first. Could you write your number down for me, please? Сейчас Володя звонит для подтверждения номера, он прячет свой телефон. Подними трубку. Это для подтверждения номера надо. Она перезвонит, чтобы мы не дали чужие номера и не потеряли. Да, типа сказать привет. Давай, Дима. Еще раз, еще выдави, да. Это нано. Ну что, вот, только поменяли сразу 4G. Связь офигенная. Сейчас бесплатно все. Бесплатные звонки, бесплатные Facebook, YouTube. Короче, за 20 евро в месяц. Охрененный опыт. Единственное, что было круто в Метеоре, это только безлимитный интернет. А здесь, короче, всего хватает. Только пин-код не потеряй, потом надо будет залезть, удалить пин-код, чтобы не было его. Это пук-код. Вот пин-код тут все. Все тоже, сразу же. Круто. Do you want to hold on to that just in case you need to pay, okay? Yeah. Thank you very much. That's hold on to your little You're welcome. Pleasure. You make us happy with this offer. You too. Thank you very much. Don't worry, guys. See you later. Bye. Все, ребята, мы это сделали. Больше монет. Нет, нет. Больше монет? Нет. Ты думаешь, ей нужны деньги? Ей нужен мой инструмент. Тебя душит джаба на папиной тачке и мощный атлет. Непонятно, откуда я взялся, но с ней худой, как скелет. Я живу, как хочу, а ты нет. Я живу, как хочу, а ты нет. Для тебя это шок. Любимый твой рэпер тыкает мой трек и подсел, как на крэк. Ну чё, пацаны, какие планы? Куда идем? Я предлагаю зайти в бар и по пивку, по-моему, ждались. Я готов. А? Я готов. Ты за? Ты готов? Ты готов уже давно. Кофе мой завтрак, в 11 ночи обед. Дальше больше побед, дальше больше побед. Не плевать, что они будут мне говорить. Не плевать, что они будут мне говорить. Я приехал сюда, спускаю бабло и не собираюсь валить. Не плевать, что они будут мне говорить. Не плевать, что они будут мне говорить. Димон, не опирайся, разломаешь прилавок. Что ты спрашиваешь? Не, я хотел спросить. Или серебро, или нет? А на что? Нет. Так куда мы идем? А что там? Идем. Идем гуляем. Да.
Не знаю. Ну, тебе нравится, если nice. Так выглядит? А внутри двигается, да? Да, да. Красиво. Это я имел такой раньше. Он тупо, он потом мешается очень как-то шевелится. В чем мешается? Я такой имел раньше. Can you pay with card? Yeah? 23? 25. Димон берет. Женщина, не торгуется. 25 евро. Серебряное кольцо проворачивается внутрь. Ну, красиво. Ну да, ну тебе нравится, бери. Серьезно, Димон, берешь эту, это в нос, и в Испании ты будешь в авторитете. It's for nose, yeah? Oh, lovely. Like a snake. Like a worm in the ear. Пусть дальше пишут свое говнецо. Рука-лицо. Я живу как хочу, а ты нет. Рука-лицо. Рука-лицо. Твоя сука кидает мне фото в дерей. Рука-лицо. Рука-лицо. Pedal power. Они там бухают, да? Они, короче, должны крутить педали и пить одновременно. Давай, Нэс, реально туши, да? Ну да. Я спускаю бабло, ты нет! На пирс. Кого? А, покажи кольцо. Тебе идет, Димон. Бля, подходит к твоим глазам. Че, Димон, чувствуешь разницу там, где мы живем и головы? Тут жизнь реально кипит, да? Я чувствую разницу, что мы далеко от головы. Не, в голову реально жизнь кипит, тем более в субботу это вообще полно народу. Не, ну круто, круто. Есть где что делать, развеяться. Что ж, единогласным решением мы решили ехать в этот, в Salt Hill. Там, где мы уже были, прошлое видео, вы видели с Димоном, мы там гуляли. Но сегодня суббота, может быть, там будет веселее. Может, все-таки найдем эту тусовочку. Так что погнали в Salt Hill. Ну что ж, ребята, единогласным решением мы уже не едем в Salt Hill, потому что мальчики меняют свое мнение, как беременные девочки. Кто мальчики? Едем мы в сторону дома. Ну и на сегодня хватит, и так хорошо погуляли. Рука-лицо. Твоя шкура вообще не получит ответ. Рука-лицо. Рука-лицо. Мне ни капли не стыдно за весь этот бред. Рука-лицо. Рука-лицо. Угадай, что за парень сделал весь этот трек. Рука-лицо. Рука-лицо. Мне совсем не нужно из кожи лезть, чтобы сука была подо мной. Я уверен в себе, как Мэйвезер, и она хочет титульный бой. Увидев меня, она так намокла, ты должен спасти ее, Ной. Но ты уплывешь один на ковчеге, детка сегодня со мной. Я живу как хочу, а ты нет. Я живу как хочу, а ты нет. Это тот самый скрут, что купается в ванне среди блестящих монет. Все тело в тату, мое дело в аду, и знаю, к чему я иду. Какой нахрен труп, все время вру, вот и гнильцо, рука-лицо. Я живу как хочу, а ты нет.